Я уже вижу, как твой труп валяется, я по нему топтаюсь ногами. Гони меня сначала. У него 50. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусонек, Пингвинус, Угабога, Кейстарс, Подлючка, Геймер, Фриз, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Всем здравствуйте, МЛТ. Всем привет, ребята. Так, всем здравствуйте. У нас сегодня очень классная рубрика, я буду играть за маньяка, а пацаны должны выживать на очень классной и олдскульной карте, это Джем Асфальт. Правильно называется эта карта, так? Да. КС Асфальт. Да я проверял, видишь, тоже шаришь. Если пять, кушайте, приятного аппетита. А у нас сегодня очень жесткое выживание и перестрелка. Погнали. Так, первый у нас пошел Гусанек, на самом-то деле. Только дайте последнего. Так, где я? Дима, не обижай огурчик. А, вот он. Где? Свети. Так, я подбираюсь сзади. Очкошник, а че ты убежал? А где он? Вот он. Он там, они... Где он бегает? Он пропал уже. Лечит? Ай, горю! Жопа там горит! Он байтит. Ой-ой-ой-ой, пошла жесткая перестрелка. Он ладно, там. Попробую зарашить. Хоть кого-то-то убью. Лови в лицо. А блин, у меня весь экран красный. Что? Раньше ж такого не было, чтобы экран так краснел. Тун же. Да. Я его вижу. Уйди, где он? Там же. Мне вообще кажется, хоть кого-то убью в этой серии или нет. И беги за мной. Хилиться нельзя, сразу говорю. У кого сколько жизни? Проиграл, все, даже если тебя свои пристрелят, все, тоже начинаешь играть. Есть, все. Все, подлючка, ты тоже берешь. Раз вы так плохо играете, все, пацаны. Без лоха, он уж так. Ого, они на меня обозлились. Ну ничего, сейчас нас будет двое, мы вам покажем, как надо играть. Где он? Он где у меня. Второй? Следите за вторым. Ого, мне в воздухе откидывают пули. Я к вам, парни. Добейте ему. Где он стреляет? Есть! Жизни хилятся, жизни пополняются. Где я в невидимке? А, скинул! А! Есть! Убил своего! Есть! Нас уже трое! Я думал, что это правило не вносить. Но это я понимаю, что они сейчас будут просто вечно так играть. Он убил его, у него 100% жизни. И он опять играет заново. Нет. Выживет сильнее. Кто последний останется, тот будет победителем этого раунда. Не там? Гасанёк, ты живой еще? Я еще живой, да. А, ну да, так как ты сам своих мочишь, то понятно, то и будешь постоянно живой. Правда. Давай в ту сторону. Все, теперь я буду этот немножко жестче играть. Ты так легкий левел был для начала. Ну давай. Теперь я прям жестко. Двигайся вперед. Сзади. Это я. Ты откуда ты стреляешь, тварь ты такая? А, вижу. На крыше. Ты быстрее, Кирилл. Да быстрее. Не сзади? Кирилл. Есть. Я его ударил по животу мечом. Он на крыше, помогите, у него 4 хп. О, давай, Кирилл. Убери. Куда? Я не буду прыгать туда. Мы сейчас провалимся к ним. О, Господи, умер еще один. Пацаны хотят очень сильно выжить. Умер еще один. Отлично, ребята, молодцы. Мочите друг друга. Мне нравится, как вы играете. Отойди. Я с крыши бросился. Отойди. Так, давайте, короче, перекличку сделаем. Кто еще живой? Я. Я тоже. А Гусанёк живой? Да. Да блин, они в канализацию если залезут, но это сложно. Вижу врага. Вон они. Вижу жертву. Нет. Стоять, щенок. Стоять. Бежим. Все за ним. Да, он бежит. Вот он. Огурец будет. Я прочитал его, но уже поздновато было. Все туда, наперед ему. Есть, щенок, два раза попал, пацаны. Еще разок пригреть надо. Ах ты, говно, стоять. Я за ним, стоять. Маньяк, он сейчас прыгнет с высоты и убьет. Блин, живой подлец. Так, чекаем его там, я спрыгиваю. Ай, ну беги. Давай, мочи зайца там.
Вот тут, за мной, за мной, за мной. Так, вот он, я вижу, с фонариком бежит. Так, ребята, вы должны его по-любому сейчас замочить. Ему осталось... Давай, вон, вот, я его бью по ногам. Блин, высоко сильно не достану. Ай-яй-яй. Он в вентиляции лезет, пацаны, он на крышу вентиляции лезет. Я на крышу иду его встречать. Он думает, что он самый хитрый? Нет, так не будет. Я буду сейчас очень жестко и агрессивно играть. О, нет, за мной бежит один. Так, он должен тут выйти. Так. Что делает? Хорош, убили еще одного. Вижу, пацаны. Я так и догадывался, что они тут. Пацаны, не в трубе тут, это у тот веточка есть такая вверху. Заяц бегает. Та тварь скидывает меня. На, ударила не сразу. Стреляй. Тут это, в нычке. Саня, я тебе... Ну блин, да ну дайте залезть в жопы в такие. Алло, Саня, не могу тебе помочь. Если я буду стрелять, то я попаду, наверное. Да вы задрали. У меня фонарик. Быстрее. Идите вентиляцию, пожалуйста. Саня. Все, толпа лезет, толпа. Саня! А-ха-ха! Монстры идут мочить вас! Щенки вонючие! Стоять! Кому вы сказали? Вот бы быстрее! Бежим! Наверх! Вот-вот-вот! А, это наш! Штучка, отстань от меня, пожалуйста! А где они, пацаны? Я что-то не вижу никого! Они убежали, они с ним сейчас залезут туда! Так-так-так-так! Я бегу со всей силы, пацаны! А я не приседаю там. Они опять туда лезут. Надо, чтобы кто-то там остался. Вижу зайца. По мне не стреляйте, не стреляйте. Отстань от меня. Вот они бегают. Бей. Блин, я чуть бы и попал по нему. Так, все за зайцем. И огурцом. Два, да, осталось живых? Нет. Блин, ну прикольно сейчас играется, мне нравится. Есть. Все, кто остался последний? Саня еще остался, и огурец. А, посмотрим, кто же сейчас из них будет победителем, ребята. Напишите в комментах, кто же выиграет. А, Саня выиграл. Ладно. Санёчек. Ну все, давай, ладно, Санёк, ты победил. Мы должны тебя добить. Давай, сколько ты еще продержишься? А я могу использовать любое оружие? Да. Дима, не надо, ну опять сейчас будет админские вещи. Не, ну если админские вещи, то понятно, это читершишь. Монетку. А мы тебя тоже по-хитрому возьмем жестких каких-то. А где он, пацаны? А я в вентиляции. А вы невидимкой вставайте и со спины подбегайте. А я вас как бы вижу. А каким образом? Фонарик. А, он читит, опять читы подрубил, да? Да он с читами играет. Ой, блин, это наш, я уже бью. С таким неинтересно, с читами. А все, мы не можем, да, его выиграть, получается? Да, может. Он опять берет тело, все, в одном. А, если без монетки, Гусаняк, без монетки, как ты? Бей. Блин, я его лупанул, хп. Пацаны, хорошо лупанул. У него жизни очень мало, очень. 20 хп, один удар. Ну ты чите. Нифига себе, он уже так пригласил, что я в воздухе висеть могу до гвоздя. Это волшебные гвозди. Они пропадают очень долго. Не, секунд где-то 15-20. Сейчас у него тоже 3, 2, вот ну он все. Бежит, ну что, бежит, давайте, бежит. Погнали дальше его мочить. Нифига себе, он выживает долго. Ты че, такой красавчик прям? Он с приглаждателем. Вот он, я его вижу, пацаном всех обманул. Он выбежал на улицу опять. Ты жопа хитрая. Не ваш уровень, ребят. Не ваш уровень. Ты без читов не можешь. А какие читы? А Гусанёк. Все, я умер. А, Гусанёк, ты сам, ты разбился? Да. Ну все, мы тебя выиграли, все. Нет. Ладно, давай, Гусанёк, раз ты у нас был победителем, значит ты будешь начинать следующий раунд. Раунд номер 2. Гусанёк начинает. Погнал. Попробуй убить кого-то. Пацаны, только ж себя не мочите. Главное, чтобы мы друг друга не убивали. Так, пацаны, если вы его увидите, говорите инфу. Ого, там горит все. Я, короче, в этом, в ангаре. У вентиляции, у вентиляции. Ты сам виноват. Ты говорят, привет. Ой, кисар. Нет, не попадает. А тебе сказали, иди. О, он уже тут, нифига себе ты быстрый. Слышь, он бегает, прыгает где-то. О, я попал, я попал. Ой. А уже их двое, что ли? Да. Потому что меня Кирилл бил. Да потому что ты задерживал проход, а там сзади он был. Мог нормально сказать. Я тебе сказал, иди, а ты... Мочи его. Я стреляю в него.
Ваш по мне не стреляй. А все, он очкошник, он убежал. Пацаны, мы сейчас хорошо играем. Только двое или еще кто-то стал? Он тут, он невидимым стал, он невидимым. Я вижу, я вижу его. Я его подсвечиваю. Бегайте, я вас крою. Где он? Вон, он вижу за вами, один за вами бежит, один за вами бежит. Я его вижу, он возле меня был. А, достань. Ожидайте. Так, сюда, пацаны, прям сейчас вообще шикардос играем, мне нравится. Чекай вот эту позицию, Дима, отсюда можешь перепрыгнуть сюда. А мы сейчас найдем сзади, его. Сзади, Дима, сзади! Пошел отсюда. Погнали. Убивайте их. Ой, да ну пацаны, ну что это за фигня? Хорошо, я запомнил все, кто меня убивает. Я понял все. Прости обстоятельства. Я буду орать на вас очень сильно. Ой, пацаны, извините, своих мочу, так бывает. Блин, это хорошо выживал, и всегда найдется какой-то не очень хороший человек, который испортил мне игру. Я буду мстить. Я согласен. Давай мсти. И точка зальзай к нам. С хорошей позиции. Вентиляция идет. Идет. Ну, ничего, идет. Ничего, мы сейчас тебя подловим. Ты думаешь, ты будешь так долго прыгать? А я тебя убью. Вентиляцию смотри. Ой, он сюда залезает. А теперь я буду преследовать его, пока я невидимый. Они опять выглядят. Слышишь, вот так вот смотри, он сюда не залезет больше. Вентиляцию смотрите, и все... Нима, сзади! Беги! Я повезло, что я упал, просто повезло. Ты не можешь попасть, но не стреляйся, не умеешь пользоваться. Не надо! Я сейчас сдох, у меня 3 хп. Опа, это ничего. Ага, игра в лицо. Ой, я упал. Есть, есть. Как красиво, самоубийство совершенно успешно. Нет, надо бить. Молодец, хорошо, что я его отвлекал, а ты его мочишь в это время. Это хорошая тактика. Давай, 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 давай. Я верю в тебя, ты сможешь. Ну я хп наоборот теряю, что делаю? Давай помогай. Не дай, чтобы он... Эй, ты своей пукалкой пиписькой можешь знаешь куда стрелять? Вот эта толпа за ним, смотрите, сколько маньяков. Есть, здесь хп потратил, пацаны. Даже вот это вот по чуть-чуть, нам это на руку. Уйдите! Не ешь не меня, я не вкусный. Ах ты тварь, блин, мы тебя должны убить. Стоять! Давай, 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 за ним. Мы тебя так уже не отпустим, ты должен умереть. Ты должен просто умереть. Да я вам не сдамся! Ты умрешь, ты умрешь. Я уже вижу, как твой труп валяется, я по нему топтаюсь ногами. Гони меня сначала. У него 50. Это был четкий удар. Я чё, последний? Нет, еще кто-то есть. А кто живой последний остался? А, ну все, значит. А, все? Два победителя, Угабуга и Гусенек. Ну, Гусенек дольше выживал, поэтому, мне кажется, первое место Гусенек занял. Справедливо, пацаны? Да. Да. Наверное. Все. Да. Наверное, нет. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока.